Ну, хорошее настроение. Еще один бонус построения, я думаю, что потому что Дима у нас всегда в отличном расположении духа, а участники наши как? Настроение-то лучше? Не менее бодрым, не менее веселым расположением духа. Потому что мы одариваем друг друга подарками, будем одаривать подарками неоднократно. Вот чего вы ждете, да, я да, знаю, да, да, да. И к нам пришла Снегурочка, Женечка Снегурочка. Я принесла подарки, поэтому тут с нетерпением их ожидаем. Да, да. Конечно же, я пришла с подарками. Сейчас вам всем вручу. Вот, Ольга, это вам подарок. Всем огромное будет вручен подарочный сертификат на посещение клубной встречи. Книга. Очень красиво. Подарочки. Книга. Весы, которые пригодятся вам в дороге. Вы же любите путешествовать? Да. Любите путешествовать, поэтому будете взвешивать еду, когда будете ездить в путешествие. Так, дальше идем. Маргарита, тоже сертификат на посещение клубной встречи. Книга, весы, для того, чтобы следить за собой дальше. Так. Влад, пожалуйста, вам тоже сертификат, книга и весы. Маленькие. Ощущение Нового года какого-то, подарка, раздача подарков. Доброе Снегурочка. Да? Да, да. Так, Дмитрий, вам собрание книг. Ой, спасибо. Так как вы у нас снижаете вес с умом. По кулинарии весы у меня уже есть. Да, спасибо большое. Очень спасибо. Читайте книги, получайте новые знания. Может быть, что-то еще интересное подчеркнете из наших книг. А я сейчас вам намекну одну вещь. У нас Дмитрий пытается там каким-то образом переделать кулинарную книгу. Я думаю, что когда он издаст свою, он вам ответный подарок сделает. Будем очень рады. Очень рады. Как здорово, как здорово. Я думаю, что это просто приятный момент. Чудесный момент. Я думаю, что нужно даже мне необходимо сказать большое спасибо, наверное, доктору Металю, Евгении за помощь. За то, что, в принципе, я оказался в этом проекте и телеканал «Мой город». Ну, правда. То есть желание было, а как-то сделать правильно не было возможности. Угу. Так вот, собственно, попал, все получилось. Это здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я, в свою очередь, тоже хочу поблагодарить участников проекта за участие в нашей программе, за общение, за те эмоции, которые вы нам подарили, и мне, в частности. За тот опыт, который я получила здесь на телевидении. Все очень интересно, безумно приятно. И хотелось бы, конечно, еще и еще встреч вместе с вами. Но я думаю, что мы будем продолжать общаться, видеться, наблюдать друг за другом, за успехами в жизни. А никто не говорит, да, до свидания. Которых я вам никто желаю. Никто не говорит прощайте. Мы говорим временное, да, до свидания. Хочется обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста, не бойтесь, не стесняйтесь заявлять о том, что вы меняете свою жизнь к лучшему. Я всем советую обращаться и сделать то же самое, как и мы пошли на такой большой, так скажем, эксперимент, и у нас все получилось. Больше уделяйте внимание себе. Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить, наверное, первого человека, который поспособствовал тому, чтобы я здесь появилась. Это, конечно же, Рита. Потому что в частной беседе она, я повторюсь, сказала такую уникальную фразу. Хочешь чего-то добиться? Скажи об этом на весь мир. И, правда, не нужно бояться заявлять о каких-то своих переменах и желании поменяться. Тем более, что не будет пути назад. Это раз. Два, знаете, наверное, важно то, что ты начинаешь какой-то путь. Да, и это не конец, вот лично для меня, потому что это только самое начало. И ты идешь не один, у тебя есть спутники, с которыми ты идешь. Да, это очень-очень важно. Тебя поддерживаю полностью и целиком. Мы... Безусловно, доктор Барменталь, безусловно, Евгения, с которым мы в очередной раз встретились и разобрали все наши существующие какие-то вот моменты и проблемы, которые мешали нам в этом. То, о чем ты раньше не говорил, наконец-то решилась что-то озвучить, да, и признаться, да, в чем. Да. Ну, всегда всему свое время. Да, и это время пришло. Что ж, спасибо вам огромное за то, что вы вдохновляли все это время наших соседей, телезрителей, потому что я думаю, что очень многие сейчас задумают изменить свою жизнь, причем с сегодняшнего дня, ведь важно принять решение и что-то сделать навстречу своей новой фигуре. Если у вас есть немножко счастья, разделите его с окружающими, счастье будет еще больше, оно к вам вернется, вас обязательно поддержит. А прямо сейчас реклама. Ну что ж, просто прелесть. Одно удовольствие смотреть на участников нашего проекта. Я думаю, что он очень многих действительно вдохновил на то, чтобы измениться, на то, чтобы сделать первый шаг. Дима у нас просто молодец. 12 килограмм. Ну правда, я тебя аплодирую. Спасибо. И не я один. Вот кто идет со мной рядом, а рядом со мной и меня поддерживает семья, у семьи тоже замечательные результаты. Угу.
потому что мы стали больше общаться, мы стали больше проговаривать, разговаривать, и мы ну, уже приближаемся к гармонии. Далеко, конечно, до гармонии, но к обоюдному счастью мы уже очень близко-близко стоим. И ведь это тоже очень важно, потому что качество жизни – это самое, наверное, главное, что мотивирует нас с вами изменить свою фигуру, правда? Конечно. И все проблемы – это во взаимоотношениях. Когда мы не слышим друг друга, не хотим замечать что-то в друг друге, то это и приводит к нарушению отношений и к нарушению того же питания. Мы этой едой защищаемся, как бы спасаемся, оберегаемся, хотя спасение-то на самом деле в другом, в настоящем общении. Да, я думаю, что настоящие профессионалы всегда могут прийти к вам на помощь, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, принимайте решение. Прямо сейчас звоните в доктор Барменталь, тем более, да, что... Записывайтесь на бесплатную консультацию, тем более первая консультация, где вы на анализаторе стройности пройдете тесты, и вам расскажут, сколько у вас жира, внутреннего жира, сколько воды и костей, и сколько вам нужно килокалорий вообще для поддержания вашей формы, а также еще есть такие цифры, как биологический возраст и обмен что веществ. Немаловажно, что немаловажно. Да. Это так мотивацию повышает, когда тебе вдруг на 15 лет больше по показателям, чем нужно, да. Тогда мы мотивируемся моментально. Ну что ж, говорят, что нет ничего сложнее, нет ничего тяжелее, чем стать легче. И мы вместе с Дмитрием, вместе с участниками проекта, думаю, что опровергли. На да, самом деле стать легче легко и, главное, приятно. Легче устоявшихся этих предпочтений. Ни диета, ни серьезные нагрузки, ни прочее. Просто-напросто научиться быть счастливым. Вот к этому приводит Центр снижения веса Барменталь. Просто новая жизнь. Друзья, просто начинаем новую жизнь. Отличного настроения вам, удачного дня и правильных решений.